уже порядок вещей нелеп. Люди, плавящие металл, ткущие ткани, пекущие хлеб. Кто-то бессовестно вас обокрал. И только ваш труд, любовь, досуг украли пытливость открытых глаз. Набором истин, кормя из рук, умение мыслить украли у вас. На каждый вопрос вручили ответ. Все виден, не видит, кривые низки. Стали матрицами газет ваши безропотные. Каждый вопрос, одетых истерикой и пестро, утром и вечером, как пылесос, вас засасывает метро. Вот вы идете пустой икрой, все как один на один покрой. Люди, умеющие обувать, люди, умеющие добывать. А вот идут за рядом ряд. Ать, пока еще только на парад. Люди, умеющие дающих подножный корм. Решил ты вырваться за предел от зачерневших квадратных форм. Ты взбунтовался, кричишь, краду. Ты не желаешь себя отдать. И тут сначала к тебе придут люди, умеющие. Значительны их слова, будут возвышены и добры. Они так кажут, как дважды два, что нельзя выходить из этой игры. И ты раскаешься, бедный брат, заблудший брат, ты будешь прощен. Под песнопение в свой квадрат ты будешь бережно возвращен. А если упорствовать станешь ты, не дамся прежнему не бывать, не слышно явятся из темноты люди, умеющие убивать. Квадраты, словно во сне, будет расчерчен синий лоскут черной решеткой в твоем